вами журнал «Пекл Мэгзин» и я, Каролина. Сегодня нам из немногих удалось попасть на телешоу «Танцы. Битва сезонов». И мы увидим противостояние двух команд. Пойдемте посмотрим, что приготовили нам шоу «Танцы» на ТНТ. Почему вы решили заниматься именно танцами? А если бы не танцы, то что? Не было бы ничего, кроме танцев, потому что с самого детства меня мама отдала на танцы, и мне это понравилось. Я прочувствовала, что такое кайфовать, что такое делать то, что тебе нравится. Я думаю, все. Поэтому танцы. А что вы думаете? Какие можно пожелания задать детям, которые тоже хотят танцевать, как вы? Если они сами хотят, то они должны приходить в зал и трудиться каждый день. Работать, работать, несмотря на то, что это очень сложно, и несмотря на то, что бывает больно, и приходится терпеть. Все равно это потом все вознаграждается. Вот. А если ты не хочешь, то очень нужно слушать внимательно родителей, потому что танцы — это искусство. И если тебе сейчас не понравится, тебе обязательно понравится потом. Расскажи, пожалуйста, о своем наставнике. А ты знаешь моего наставника? Мигеля. Да, Мигель. Он очень хороший и очень добрый. Я думаю, что и ты тоже знаешь, потому что он позитивный. И то, что он говорит, проникается глубоко, потому что он это говорит с такой отдачей, что тебе хочется делать так же, как и он. Вот. Очень повезло мне с наставником. Что для вас новое в этом сезоне? Для нас, наверное, новые знакомства, да, Никита? Да. Вот мы из разных конечно, сезонов. Вот Юлиана из первого сезона, я со второго, и очень клево поработать вместе. Да. Мы пробуем разные, не знаю, эксперименты теперь между друг другом и проверяем друг друга на прочность, то есть на танец. Какой для вас самый сложный танец? Самый сложный, это который, наверное, нужно сыграть. Вот у меня он сегодня был. Нужно сыграть так, чтобы зритель поверил. А у Никиты... А у меня не существует сложных танцев. Я их всех люблю и готов справиться с любыми испытаниями. Вот так. Есть ли какие-то особые движения и как их легко выучить? Можем показать, давай. Давайте. Что для тебя проект танцы? Для меня проект танцы — это... способ самореализации, самовыражения, способ делиться своим творчеством, своей энергией со зрителем, хоть и через экран, но это тоже способ передачи энергии, взаимообмена, это очень приятно, и каждый раз на сцене я получаю огромное количество эмоций, как и все из нас, и, наверное, это самое главное.